но мы договорились с вами подумать о том, смотри, как мы будем себя чувствовать а в демисезоне. Что пошел. Это такое? Дождь! Я сегодня Боже мой. Мальчик слеза, мальчик ливень. Вот. Ты мой мальчик слеза. Да. Что ты делаешь с курткой? Ты я тут хотел тебе показать устроил сразу здесь просто. Дождь. А потому что, ты знаешь, же... все привыкли, думают, ой, ветровочку себе куплю, а потом, когда надевают, ты видишь, что дождь идет по улице, на улице, и все мы промокаем. Так вот, наша куртка надежно защитит вас и от дождя, так. и от ветра при этом. И от холода? И от холода, несомненно, тоже. Но куртка у нас достаточно легкая. У нас тонкий синтепоновый наполнитель. Да, все-таки куртка больше рассчитана у нас на холодную весну, на осень. Но и, несомненно, она пригодится нам и в ветреную погоду летом. На три сезона она нам предоставится. Хорошее настроение. Ну и превосходный пятиколор такой у нас сегодня присутствует. Как пять цветов у нас сегодня присутствует. Итак. Итак, поехали. Вот классический черный цвет. Да. Ой, как я люблю вот этот цвет. Немножко дымчато-синий такой, даже серый цвет, да. глубокий серый цвет. Такой назовем. Мокрого асфальта, да-да-да, совершенно интересный. Верно. Потом вот такой интересный коричневый нежный вариант. Нежный мох, вот шоколад, да, такой да. прям изумительный. На нашем бодиме Алена выбрала очень интересный, тоже вкусный цвет бежевый идет по каталогу. И есть у нас еще синий цвет, совсем скоро он появится. Итак, пять цветов в наличии. Ну и, конечно же, детали и еще раз детали. А без деталей ни один женский гардероб еще не обошелся. Рассматриваем детали. Во-первых, крой. Свободный крой. Элегантный силуэт. Это позволяет носить эту куртку, во-первых, на любом типе фигуры. Раз. Во-вторых, мы можем использовать и такую немаловажную и крайне удобную вещь, как использовать размер оверсайз. У нас размеры с 50 по 60. Но почему я иногда рекомендую приобретать такие изделия на размер на 2 больше? Почему? Потому что вы, если, например, любите носить такие подобные куртки-ветровки в холодное время года, вы можете спокойно пододевать под нашу куртку какой-то очень теплый свитер. Опять же, можно использовать какой-то капор или шарф. И таким образом, если вы берете оверсайз, сидит на вас идеально. Вот сейчас рассмотрим Алену. Алена, если мне не изменяет память, тоже 50-го размера. Насколько она чуть-чуть выше, чем наша Люба. Ну, и давайте посмотрим. Взяла размер. Посмотри, как сбалансирована у нас фигура. За счет того, что у нас структурированы плечи, хорошо работает прострочка. Но чтобы мы структурировали и прорисовали талию, добавили правильные выточки, которые придают правильный объем в зоне груди и как раз прорисовывают талию. И помощниками вашей идеальной фигуры становятся контрастные карманы на молнии. Посмотри, как металлизированная вставка здесь работает на то, чтобы подчеркнуть линию талии. Более того, по центру у нас есть тоже молния тракторного типа. Она тоже на контрасте и она тоже визуально сужает фигуру фактически в два раза. Вот сейчас рассмотрим Алену. Алена даже у нас 50-го размера была. Ой, 40-го, 48-го размера. А вот надела она на сегодня, рассказала 50-го. Видишь, немножко я ошибся. Вот сказал, оверсайз она надела, а сидит как влитой. Давай еще раз проведем небольшие замеры. Итак, чтобы посмотреть, все-таки куртка это верхняя одежда, и важно знать, не будет ли ветер создавать какой-то дискомфорт. Вот мы можем посмотреть. Вот сейчас Алену попрошу немножко на камеру. И вот давай посмотрим. Снова, как мы правильно должны замерить? По отрезу линии, да, вот нашего капюшона. У нас капюшон здесь присутствует с воротником. Мы опускаем и видим, что в 50-м размере у нас 68 сантиметров. Что это нам дало? Это мы как раз прикрыли ягодицы, но зато при этом одновременно похвастались юбкой. Или вот, например, можем также похвастаться вот такими великолепными брюками. Согласись, идеальный классический крой, который подходит и под юбки, и под вот такие брюки. То есть это у нас классический и одновременно спортивный вариант. Ты знаешь, я действительно восхищена универсальностью этой куртки, но еще больше я восхищаюсь нашими ценами. 2990 рублей. Это действительно настоящий подарок сегодня для наших модниц, особенно в демисезонье. Ну, во-первых, вот мы с тобой поговорили, да, о том, что спасает от холода, от ветра и от дождя. И все это по цене 2990 рублей. Вот обратите внимание, вместо старой предложенной цены почти в 7 тысяч. Сегодня наша цена меньше 3. И ваш дисконт составляет 4 тысячи рублей. И уже осталось у нас на складе 73 вот таких куртки. Конечно, ага. А ведь мы распродаем склад поставщика, поэтому у нас самые низкие цены. И вот действительно, вы такого качества ветровки, куртки, демисезонной, теплой, вы не приобретете по такой цене. Ну что, давай еще раз ее рассмотрим. Ты знаешь, давай, во-первых, да, вот идеальная длина мы поговорили, да? Про идеальная посадка, да, про тоже поговорили. Про сочетание стилей, говорил, спортивный и классический. Почему я так сказал? А потому что у нас есть маленький приятный сюрприз. Дело в том, что капюшон, который вы видите на ваших экранах, у нас отстегивается. Ну, одним движением, причем капюшон пристегнут изнутри. И на кулисочке еще. Да, вот это классно. Еще и на кулиске. Вот одним движением мы просто, ведь у нас молния есть, отстегиваем наш капюшон и превращаем нашу
такую полуспортивную куртку в интересный стеганый жакет. Жакетик, да. Видим, да. Ты знаешь, так, это так элегантно смотрится, особенно для демисезонной одежды. Так. Вот когда жакетик у тебя вот так и сверху накинут. Аккуратнее. Ну что ж, с нашей вещью эта куртка еще может стать моей, потому что я хочу себе графитовый цвет. Да. Ну что, а что, слушай, а я хочу показать, нет, я хочу показать небольшой сюрприз. Вот посмотри, куртка на вид у нас такая достаточно объемная, стеганая, кто-то подумает. Ой, наверное, это как пуховик какой-то. Вот я покажу. Во-первых, она невероятно легкая, то есть фактически пушит. Но улетела у тебя из рук. Улетает у нас и вешает по сравнению с ним, потому что вот что я хотел показать. Если мы захотим взять нашу куртку в путешествие, даже вот, например, летом уезжаешь, ты, например, на море, но погода бывает капризная. Посмотри, наша куртка фактически не занимает никакого объема. Вот она вот в женской сумочке может поместиться. Вот, в кулачок сжал нашу куртку. То есть настоящая ветровка, да? Да, это получается утепленная ветровка стеганая. Вот таким образом, вот смотри, трансформировали. И опять появилась объемная куртка. А посмотри, какой авторский подход. Я обратила внимание, ты знаешь, как же красиво. Вот девочки, женщины обращают внимание на такие нюансы. Вы знаете, вообще нюансы здесь удивительные. Вы посмотрите, просто авторская работа. Настолько красиво, да? Вот как важно женщинам все-таки такие мелочи приятные. Курточку скинул, а там еще такая красота. Да, конечно, можно, а еще и функциональность, правда? И функциональность. Кстати, подклад опять сделан слегка оверсайз. Такой, да, он больше, чем наша внешняя поверхность. Для чего делается специально с объемом подклад изнутри? Чтобы не ограничивать свободу движения. Тем более, женщины бывают разного типа фигуры. У кого-то бюст более объемный. И таким образом бывает возникает дискомфорт как раз в области груди по нашей куртке. Именно подклад со свободным прикреплением и объемом позволяет избежать малейших дискомфортных ощущений. Простежка, которая здесь работает наряду вместе с контрастными карманами и с выточками, прорисовывает фигуру. Напомню, что у нас куртка свободного кроя. Как выбрать, я вам показал. Нужно брать размер, если вы хотите, чтобы сидело как влитая, или взять небольшой оверсайз, если вы хотите использовать куртку с какими-то теплыми вещами, например, со свитерами. Здорово, то есть до минус 15 легко. Градусов от ветра, от мороза, от холода и от дождя. 2990 рублей заказывайте прямо сейчас.